І в продовження теми про книги хочеться представити вже нашу шановну гостю. У нас сьогодні в гостях Інна Павлова, бібліотекар бібліотеки філії номер 6 для дорослих. Вітаємо вас. Вітаємо вас, дякуємо за те, що зайшли. Здравствуйте, большое спасибо хочется сказать за передачу и за ваше приглашение сюда. Это представилась большая возможность представить наш филиал, библиотека филиал номер 6. И хочется рассказать о том, в первую очередь, где находится библиотека. Библиотека расположена в очень удобном месте, можно сказать, таки в центре города. Это пересечение улиц Буденного и Декабристов. И есть такой очень хороший ориентир – детский городок «Сказка», о котором знают, наверное, все. Да. И приглашаем всех желающих посетить наш филиал. И вас, и... Так, чим може здивувати, скажімо так, ваша філія, читача, і взагалі, окрім того, що зручне місце знаходження, можна з дітьми зайти і подивитися, підібрати щось для себе? Да, на сегодняшний день библиотека – это не просто здание, да, где хранятся книги, куда можно прийти, взять книгу, прочитать и вернуть ее обратно. Сейчас библиотека – это своего рода площадка живого общения. То есть человек может прийти, отдохнуть, расслабиться, откинуть все свои проблемы на задний план. Да, и то есть... Для каждого человека мы подберем индивидуально книгу, которая его будет интересовать. У нас в библиотеке работает замечательный коллектив. И человек, придя к нам, может посидеть за компьютером, почитать свои любимые книги, журналы, газеты. Есть также большой... На усі побажання, як ми розуміємо, є книжки. А тим паче, що я дивлюся, сьогодні представлено також майже, ну, півбібліотеки не скажемо, але просто хотілося показати словами, що наскільки їх багато, і що це за література, взагалі який спектр тематичний, жанровий, представлений у вас в бібліотеці, а також, можливо, за роками. Наскільки оновлюється швидко бібліотечний фонд? Вы знаете, на самом деле библиотека розвивається дуже хорошо, і наш фонд має... большое разнообразие книг детективного жанра. Это популярные авторы и Дарья Донцова, и Михаил Март, и Куликова. И сейчас очень хорошо читают автора Михаила Марта, то есть он пишет на очень легко и доступно языке. Mm-hmm. Его читают не только женщины, ой, не только мужчины, но mm-hmm. и женщины. Я дуже люблю класику, хотілося б дізнатися про те, який у вас є асортимент класичних творів, класичних авторів. Современной украинской литературы. Можно и украинской, вы знаете, и зарубежной. У нас, я бы рекомендовала автора Ліну Костенко і Андруховича Юрія. Ну да, це, скажімо так, маститі майстри слова, да, України, да. Тому яких полюбляють усі. Ліну Костенко, мабуть, готові цитувати усі любителі літератури. Да, ей интересуется, это действительно писатель, которых читают и в 14, и в 80 лет. А еще хотелось бы запитать, вот самое до Андруховича, повернувшись, та Ліни Костенко, ну и, звичайно, ряду інших письменників сьогодення, скажем так, представників сучасної літератури української, чи не виникають якісь проблеми саме з забезпеченням книжками їхнього авторства, тому що їх важкувато знайти навіть у книгарнях? Нет, у нас ви знайдете любую книгу, либо в нашем филиале, либо в центральном библиотеки имени Марка Лукича Кропивницкого. То есть разнообразие этих книг велико. Они пользуются спросом не только у людей старшего поколения, но и у молодежи. Угу. Это, если просмотреть рейтинги, можно отметить таких авторов, как вот Люко Дашвар, Ірен Роздобудько. И еще богато, и еще очень много авторов, которые... Действительно популярны. Рекомендовать хотелось бы... Это самое украинский, так? Я дивлюсь. Ірен Роздобудько, это украинский точно. Это современная украинская. А Люко Дашвар? Это настоящее имя Ирина Чернова. Угу. Все ж таки наші. Як я бачу, навіть золотий автор коронації слова, тобто це маститі автори, визнані вже
на арені української також літератури. Також ми бачимо багато енциклопедій, довідників, тобто на будь-який смак, навіть знайдеться. Якщо ви не любите художню літературу, ви можете прийти і дізнатися щось нове з енциклопедій, довідників, цікаве про Миколаївщину, ми також тут бачимо. Так, є. Да, я відразу впізнаю знайомі нариси, тому що дійсно бачимо пам'ятники з миколаївських вулиць. Отож, это уникальные книги Людмилы Анатольевны Севериной, замечательнейший автор. Книги раскрывают все достопримечательные места нашего города, да? И это самое малое то, что можно было, да, с собой привезти и показать. Поэтому мы приглашаем всех ознакомиться и посмотреть вот такие вот издания. Зараз літо, не кожен хоче виходити в таку спеку на вулицю. Чи не поменшало у вас відвідувачів? Нет, вы знаете, у нас сейчас лето, но удивительная пора, да, и, наверное, любимая пора для года для каждого из многих. Летом, то есть... Все время так спада не было, так? Нет, нет, спада у нас не было, у нас наоборот, вот, в помещении прохладно. Этим мы и завлекаем своих читателей, они даже приходят и шутят, то есть можно у вас пожить. Повертаємося до вас в ефір з посмішкою. Сподіваємося, що ви також пританцьовуєте. Повертаємося до найбільш позитивної гості. Разом з нами. І, до речі, помітив тенденцію, що зараз я сиджу між іннами, тому загадую собі бажання. Загадую бажання, Вітю. Ну так, щоб ніхто не знав. Отож, я нагадую для тих телеглядачів, хто ще не долучився до нашого ефіру, можливо, під час кліпу, що в нас в гостях Інна Павлова, бібліотекар бібліотеки філії номер 6 для дорослих. Отож, говоримо сьогодні про забезпечення фонду бібліотеки, чим багаті, скажімо так, тим і раді, так і що готові презентувати телеглядач своїм читачам. Ну і перше запитання, скажімо так, в продовження нашої розмови, які взагалі тематики представлені, і як бачимо, иллюстрация до кожной из тематик, я думаю, найдется на этом столе. Вы знаете, тематика действительно настолько разнообразна. Мы говорили, да, о том, что вырос большой спрос на современную украинскую литературу. Помимо этого, не интересуется не только взрослое поколение, но и молодежь. Еще сейчас мы стали замечать, что спрос пошел на литературу по нетрадиционной медицине. И это абсолютно правильно. Люди интересуются, как за собой правильно ухаживать, что, чем питаться. И вот такая вот литература имеется у нас в библиотеке. Угу. Хотелось бы добавить, что, конечно же, мы сами понимаем, ощущаем на себе, какая экология и много других негативных факторов, которые влияют на организм человека. Mm-hmm. Да? Вот. И хотелось бы еще сказать о том, что сейчас такая актуальная тема, да, вот вязание, вышивание бисером. У вас также есть книжки с мастер-классами. Да, у нас Кинопчает. Много литературы по вышиванию бисером, просто вышивки и вязанию. Тобто, як бачимо, у вас, окрім художньої літератури, ще й багато прикладної, саме за професійним спрямуванням. Тож майстриня, да, або тим, хто хоче за собою якось слідкувати, можна завітати до бібліотеки. Я дивлюсь, навіть є книги, які представляють, скажімо так, для дошкільнят та до дітей, які готують, для дітей, які готуються до дитячого садку. Це, скажімо так, керівництво для батьків, так? Да, ці книги привезла, то есть подготовила для того, щоб розказати о нашому клубі, да? Угу. У нас є якраз плавно до нього і переходимо. Так. У нас есть наш клуб семейного досуга для молодых семей. Хотя клуб создан и недавно, да, но уже имеет свой успех. И если не знаете, чем занимается ваш клуб? Как назва его и залез так, что клуб называется «Моя семья, семья». Угу. Мы наблюдали за многими посетителями, да, вот действительно молодых семей, молодые пары, которые собираются стать родителями, и решили, что действительно это будет актуально, вот именно на такую тему создать клуб. Скажем так, аудитория клуба – это батьки, которые готовятся, как я зрозумів, до того, чтобы стать батьками, и это уже батьки? Да, и мы приглашаем всех желающих побывать на наших встречах. Встречи проходят у нас в доброжелательной и приятной атмосфере, да, то есть, потому что
Каждый родитель хочет воспитать самого доброго, самого умного, замечательного, культурного и образованного человека. И вот действительно представлены вот, вот такие вот книги в помощь нам. И еще хотелось бы добавить, дорогие горожане, что придя на наши встречи, вы не останетесь разочарованными. Вы можете взять с собой также ваших деток. Для них у нас разработан детский уголок. Угу. Он получился у нас яркий, красочный, со множеством и игрушек. И батьки могут відпочити, и діти пограються. Конечно. Пока будут проходить наши встречи, наши заседания, дети будут под присмотром нашего библиотекаря, который проведет для них увлекательные программы. То есть вы своих библиотекарей еще переквалифицируете в аниматоров? Ну, да. Вы знаете, для нас это было интересно. Мы, когда готовили действительно детский уголок, это настолько нас заинтриговало, что получилось как-то быстро и так ярко, красочно, красиво. То есть... Хотелось бы дізнатися години роботи вашого клубу и кто может приєднатися, коли, як? Мы встречаемся не реже одного раза в месяц. Желающими, то есть участниками нашего, да, клуба, угу, могут стать любой желающий. То есть мы приглашаем всех. И основные темы разговора, как я понимаю, это так, как выховать дитину. Да, как свою... воспитать угу хорошего человека. А вы выбираете якось одну тему, так, и на одній зустрічі на эту тему розмовляєте, чи це так? Вы знаете, мы созваниваемся индивидуально, и то есть угу, как бы уже по ходу мы подбираем темы, действительно, вот, которые сейчас на данный момент актуальны, которые больше всего интересуют, да, наших участников. И уже готовим и литературу, и, знаете, еще вот хотелось бы не забыть сказать о том, что действительно важно, мы приглашаем на встречи и специалистов, врачей, так, психологов, педагогов. Так, за что хотелось запитати мене так, да. Тобто бывают еще и тренинги и с психологами, так, разъяснили какие-то работы, да. Так. Скажімо так, які теми вже в клубі обговорювалися, що вже пройдено батьками? У школе батьки. Темы самые разнообразные были. Конечно, клуб вот недавно создан, да, открыт, но, как я уже повторюсь, имеет свой успех. То есть мы говорим на темы также вот, как подготовить ребенка к детскому саду, да? Родители интересуются часто этим. Мама и папа идут в школу. То есть... Проблемы не потрібно не тільки дітей, а підготувати, да, до дитячого садочку необхідно ще й маму і тат. Да. Тому що не всі батьки можуть віддати свою дитину і не сумувати, не кщати Боже, дитятко моє. И затрагиваем проблемы, то есть неполных семей, потому что действительно сейчас вот наблюдаешь за семьей, это как-то актуально. Вот, потому что семья состоит не только мама, папа, ребенок, может быть, мама и малыш. И, на это також акцентует увагу. Тобто у вас є підтримка навіть для... Конечно, конечно. Поэтому для всех желающих. Да. Отож, якщо у вас є бажання завітати на зустріч із зібрання цього клубу, давайте ще раз повторимо місце зустрічі і де можна знайти більше інформації про библиотеку та про клуб. Значит, наша библиотека расположена в очень удобном месте, в городе Николаеве, в центре самого города. Это главная улица Будённого, 33Б. То есть... Ориентир – это дитячий местечко Каска. Да, буквально в двух шагах. И клуб у нас, как бы, ну, мы располагаемся в читальном зале, да? И... Інформацію про клуб можна отримати, як я розумію, це на абонементі, так? І про бібліотеку більш детально, де можна дізнатися, на сайті, так? Є інформація? На сайті Центральної бібліотеки імені Марка Лукіча Кропивницького. І у нас також є свої странички в соціальних сетях інтернету на Фейсбуці і ВКонтакті. Як ви відписані, щоб вас можна було знайти? Нік Лібрері 6. Зараз, одну минуточку. В Фейсбуці 6@yandex.ru. Так, тобто за електронною поштою також можна з вами сконтактуватися, да, я так зрозумів. Ну що ж, для більш детальної інформації, я думаю, що краще завітати на абонемент, дізнатися, все розпитати, запитати. Ти бачиш, що можна не тільки завітати, запитати, а й взяти собі, почитати книжку. Так, друзі, ну що ж, я нагадую, і дякую Інні Павлові, бібліотекарю бібліотеки філії номер 6 для дорослих, за те, що ви сьогодні до нас завітали, принесли таку купу книжок, не дивлячись на такі
тендітні розміри. Дякуємо вам за те, що сьогодні зранку ви подарували купу цікавої інформації та позитиву.